Подводя итоги уходящего года, работал с фото- и видеоматериалами и наткнулся на свое участие в ралли на выносливость в штате 2009. О том и рассказ. Правила ее таковы. Сначала для разогрева мы едем 3 км по территории аэродрома на время, трасса с двумя препятствиями. А потом основная часть – это 200 км через леса и болота по спецмаршруту. В его составлении принимали участие лесники, а эти свое дело знают. Видео оттуда нет, но посмотрите разогрев и представьте, что могло быть в лесу. Собралось около 200 участников или 100 команд по двое в каждой. Техника – спортивные и тяжелые квадромотоциклы. Ну вот и наша команда номер 12. Я и Эдмундас из Йоновы. Абсолютно надежный товарищ по команде, не раз меня вытаскивал из болота. Итак, вот он старт, судьи засекли время, и мы отправляемся на разогревочный круг навстречу первому препятствию. А вот и первый пункт. Специально для нас вырытая земляная яма, а перед ней земляной холм. Заезжаешь на холм, съезжаешь в яму. Яму добрые люди залили водой и замесили грязь по колено. Перед стартом я применяю военную хитрость, осматриваю первый пункт и намечаю траекторию возможного прохождения. Вооружившись такими знаниями, я въезжаю на холм навстречу успеху. Вместо успеха полет через руль на глазах у зрителей и коллеги, которые наблюдают за всем этим с вершины холма. Это реальный удар по самолюбию в самом начале гонки. Позже выяснится, что не так все было плохо. Вскоре после нас здесь начнется настоящая Чукалова. Его увидите позже своими глазами. А пока я выдергивал ногу из грязи, выбирался из-под мотоцикла, силы были на исходе и чувство безысходности охватило меня. Зрители взяли мою ситуацию под контроль, вытащили мотоцикл, заодно и меня. Надо отметить, что коллега в это время успешно проходил участок без посторонней помощи. Но я тем временем принялся из последних сил заводить мотоцикл. В такие моменты я вспоминаю недобрым словом конструкторов, которые ставили мой мотоцикл без электростартера. Ну вот, заглох и опять все заново. Хорошо, хоть на фоне люди не скучают. Но одно действительно приятно, участок остался позади. Скоро сюда подъедут тяжелые мотоциклы и квадроциклы, и тогда здесь начнется реальный замес. Но я выезжаю навстречу пункту номер 2. Пункт номер 2, как первый пункт, только наоборот. Сначала яма с грязью, потом гора. Вся фишка не потерять скорость в грязи и заехать на гору. Опять зрители, опять все смотрят. Ладно, вперед. О, другое дело. В тот момент я думал, что это норма. Тем более и коллега проехал без проблем, красава. Но оказалось, что такое прохождение абсолютно не характерно для этого участка. Итак, смотрим под музыку и наслаждаемся.
Я часто ловлю себя на мысли, что, возможно, многие из участников этой гонки в жизни являются серьезными людьми и не позволяют себе каких-то лишних шалостей. Но в данном конкретном случае резвятся в грязи, как дети, и очень рады от того, что у них получается форсировать непонятно кем насыпанную гору. Или не получается, как в данном случае. Но тем временем наша команда выехала на основной участок ралли, почти 200 километров лесного бездорожья, где есть участки, по сравнению с которыми то, что на экране, выглядит детским утренником. Пару слов о том, что нам дает основание надеяться закончить трассу и не оставить там свои мотоциклы. В первую очередь это, конечно, полная защита с ног до головы. Также это дополнительный бензин и кое-какие инструменты. Третье – это абсолютно новые покрышки с редко посаженными шипами, которые отлично цепляются за мягкий грунт и мокрую грязь. Ну и последнее – это мое ноу-хау. Накануне вечером я сделал легкий и очень прочный стальной трос из комбинации петель и карабинов. При создании применил знания по физике 8 класса, чтобы добиться эффекта двойного усилия. Строители поймут, о чем я. Ну а мы возвращаемся на поле боя, где ни на минуту не останавливается борьба с естественными и искусственными препятствиями. Единственное, на что хочу обратить внимание, это на единую дружную тусовку зрителей и участников гонки. Без зрителей больше половины гонщиков не смогло бы преодолеть даже первых двух препятствий. Респект им и уважуха. В свою очередь, зрители здесь не пассивные наблюдатели, а активные участники процесса. Все, коллеги, с этого момента я замолкаю, а видео при желании можно выключать. Until all your dreams